Яркий пешеход значит безопасный. Под таким девизом Видном прошло профилактическое мероприятие, организованное сотрудниками ГИБДД совместно с педагогами Центра детского творчества «Гармония». Организаторы акции вручили пешеходам светоотражающие наклейки и напомнили основные правила дорожного движения. Мы проводим дежурство на пешеходном переходе, доводим до всех участников дорожного движения о том, что необходимо использовать световозвращающие элементы на верхней одежде и уважать всех участников дорожного движения, как маленьких, так и больших. Подобные мероприятия вызывают интерес и отклик у жителей города, а формат проведения доступный как для водителей, так и для пешеходов. Осенью такая же была акция. Эти акции надо осуществлять как можно чаще, даже для того, что это очень сильно привлекает внимание водителей. То есть, обратите внимание, все водители едут и смотрят, что стоят яркие светофорчики. Всем желаем водителям, пешеходам быть более внимательными на дорогах и пользоваться почаще все-таки регулируемыми переходами. Там более безопасно. Предотвратить проблему проще, чем исправить последствия. Поэтому профилактические акции на территории Ленинского района проходят на регулярной основе.